Так, ребят, мы в Ярославле. Давай ручку. Бежим в ресторан. У нас есть полтора часа, чтобы поесть, потому что мест нигде нету. И ресторан называется Сайора. Стефан из дома. Саю! Свою пончо взял. Чему несказанно рад. Нет. Да. Не знаю, что они так утеплились, на самом деле тепло. Все выглядит. Так, мы заселились, даже немножко поспали после еды, и сейчас у нас такой план, время 9 часов 30 минут, и мы едем в центр города. Вообще во всем Ярославле погода минус 26, и очень холодно на улице. Маша одевается, укуталась. Теплый свитер. Два шарфа, три шапки. Все, мы выходим в мороз. А вот наш дом. Пошли, пока не замерзли. У тебя такой пар идет. Ночь перед Рождеством. Мы в центре Ярославля. Это, кстати, местная достопримечательность, шоколадный дом. Мы завтра туда зайдем и купим подарочек, конфеточку. Это улица Кирова. Ох, заждалась я тебя в Ярославле. На морозце. Давай, говори. На морозце. Холодно тебе, девица? Холодно, красавица? Как ты? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе? Пойдем погреемся в капучино и туда сходим. Или как? Лучше. Так, я уговорил Машу пройтись вот до того здания. Что это такое? Я, видишь, уже даже носа не кашу из шарфа. Говорит, идем в капучино зайдем, греться. А смотри, вот если мы гуляли днем, то вот эти вот ларечки с сувенирчиками были бы открыты. Ну, таких фонариков бы не было. Нет, фонариков. Ох, какой класс. Ладно, идем, пойдем к капучино зайдем. Все, гуляние будет завтра, основное. Если мы не замерзнем сегодня.
теперь можно немного пройтись. У меня отогрелся нос. Блин, а мне жарко. Мы идем в сторону катка, а сзади мы сейчас были. Это Знаменские ворота были. Вот так. Знакомиться с местностью. Садись к нему на ручки. Блин, он же холодный. Это символ города Ярославль. Смотри, кафе дома. Вот такие вот надписи. Сход. Снега с крыши, если что. Итак, мы вышли на Первомайскую площадь. Сзади нас каток. Да, наша там машина. Смотри, танчик, наверное, фонтаны. Невская, Ярославская епархия Русской Православной Церкви. Вот, сейчас скажу. Часовня была устроена в память о чудесном спасении семьи Александра III при крушении поезда 17 октября 1888 года. И закладка часовни производилась днем 17 октября 1989 года духовенством собор. Долго в часовне действовал выставочный зал Ярославского художественного музея. И в 1993 году храм-часовню передали Ярославскому епархиальному управлению Русской Православной Церкви. Вот так. У нас утро, минус 30 на улице. Да, минус 30. Вот наше жилье. Люди тут спят. О, нет. Благодарю. Мотя тоже спит. Вот такой вот у нас вид. Тут у нас телевизор, кровать, диван, зона кухни. Барная стойка меню этого дома. Вся необходимая информация есть здесь. Привет. Я иду греть машину. Надеюсь, машина заведется. Потому что минус 30, я что-то не помню, в прошлом году было, не было. А машине всего пару лет. Были ли на ее памяти такие морозы?
Попробуй издалека включить. Блин, не знаю, включилось, нет. Придется на улицу выходить. Йоу, она включилась, заработала. Вот это работает. Пошел домой, слушай, холодно реально. Дайте эмоций. Эмоции дай, Матвей. Нет эмоций. Хочешь зайти? Может, обратно пути? Что, ты уже здесь была? Конечно. Ну, тут вкусно кормят, знаешь? Ну, нормально. Так, куда нам можно присесть? Сало, Матюш, смотри, какое. Ложка деревянная. Мать, скрипя сердцем отдаете. Держи. Не волнуйся, она будет в надежных руках. Ну? Блин, ну почему? Почему? Ну, в месте должен быть я. Хочешь, я не буду. Напьешься, будешь. Матис, артисова. Ого-го. Огурчик. Давай чокнемся. Дынь. Классный подачник. Сейчас-ка я его с сальцом-то. Ну, мотьки-то. Вилочку. Вилочку. Это ролька, Дань. Да, я знаю толк. В рульках. С кем поделиться? С нами. Thank you.
Как двор? Двор Алёши Поповича. Да. Расскажи, расскажи. Двор Алёши Поповича, как тебе? Тепло, уютно, вкусно. Да. Все. Памятник истории и культуры. Угу. Установлен в 1816 году. Давай, чё вы? Замёрзшие, как Мозя замёрз. Ладно. Копеечка, которая пошла. Памятник копеечки. Вать, смотри, это подковка на счастье из Ярославля. А это вот настоящий? Это медь, да, антиквариат. То, что найдено тут или да, просто... Да, городу 1012 лет. А можно мне монетку, которая найдена тут, медная? Ну, все найдены здесь. Реплики вот так выглядят, реплика точно. Да, поняла. У меня такая медяшка. Этот серебряный. О-о-о. Александр III. Я разбираюсь. Видно, что вы отрезали. Но я могу оттереть до 16 века. Не надо. Могу до 15. Деньга. Деньга. Ну, они есть получше, смотрите, они получше есть. Деньга есть. Деньга. Таньга, деньга. Вот они. Ну вот они, деньга получше есть, чем те. Да. Просто те, которые уставшие, дополнительный показатель аутентичности, что все настоящее. Смотри, морщ, остатки креста. Да сейчас, ну. Прямо князя Пожарского. Первый раз застал золотой час, вообще классный, снимается, я думаю, отличный кадр получится. Не входить за ограничения, непрофессиональное обращение может привести к повреждению колоколов, а также к серьезной травме при возможном отрыве язычка колокола. Спасибо за понимание. То есть можно позвонить самому? Тут, наверное, точно иван-чай есть. Конечно. Это же прям красота, изразцы, смотри какие. Ух ты. Это вам не магниты. Написано.
Мама, прямо к колесу. Прямо к колесу. Голова кружится? Угу. Почему? А, ты сильно часто надышал, да? Ой, можно ведь сверчку варежки такие, а? Как думаешь? Да. Пойду, сейчас подойду к колокольне. А это, видимо, для молодожен. Народное ополчение 1612 года. Когда все время видишь внизу дорожку, невозможно удержаться, да? Ага. И прокатиться по ней. Это память о кёрлинге, кстати. Смотрите видео предыдущее. Так, сегодня у нас третий день пребывания в Ярославле. Мы едем домой. На самом деле нам здесь не очень удалось посмотреть достопримечательность, потому что погода была холодная, стоял мороз рождественский. Даже сейчас минус 20 градусов. Угу. Вот, ну, собственно, город очень красивый. И нам стоит сюда приехать, мне кажется,
Летом. Летом обязательно приедем. Очень много всего, да, что можно посетить и провести прекрасное время в этом городе. Да. Очень круто. Да.